то что я просто ее наружу вытащил. Да, заморозить все будет. Помню, еще на тот поле кушать по броке так. Да не, я думал, как уже домой. А? Кушать надо. Мама заждалась. Прицеп и вниху катать. Да, на колеса. Самое то прям. Дорога за 1 000 000 рублей. За полтора. Полтора. До нее даже доехать не можно. Везде проехали, а по ней проехать не можно. Да. А лучше как проехать? Что-то вообще, да? Лебедка тут зацепиться негде. Ну чувствую, как дороги в поле лучше, чем те дороги, которые строят за деньги. Тут вроде щебенка должна была лежать, а ее вообще нет. А сюда правее получше. А? Дай правее получше. Вот сюда вот заедем. А, ну да, кстати, все вообще. Ездили по тракторным колеям, по болотам, а тут, блин, даже проехать не можем. Хотя не, поехали. Ну да, опять. Что за машина? Ну, Ауди там должна стоять. 1 апреля, суббота. Шуток еще не было. Мы даже не сломались. Ну глушитель зацепили, это ерунда. У нас вон низкий таз радует глаз прям. Сантиметров 6 у нас поднято только. От земли. Подвеска, да, где-то? Десяточка, да? 20, 20? А на ней у меня сколько? 30? 50 на Ламборгини. Сейчас поедешь. Ну да. Надо домой покушать. О, знакомая машина. Зелененькая знакомая. Да, так прощаемся, мы еще увидимся.